Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана практически ежедневно проводит брифинги. Журналисты задают актуальные для населения вопросы. Наиболее популярные. Когда откроют границы, будут ли открыты пляжи страны и смогут ли, наконец, провести долгожданные свадьбы. Итак, необходимости вернуться к ужесточению карантинного режима в Азербайджане пока нет. Предложения о введении ограничений в выходные дни поступали, отметили на брифинге. Это связано с большим скоплением населения в общественных местах. Но и в этом вопросе пока все останется без изменений. Смягчение карантина и его полной ликвидации также пока ждать не стоит. Что касается возобновления авиаперелетов, то в ближайшее время это не ожидается. Во всяком случае, в первую очередь мы думаем о восстановлении воздушного сообщения с Нахчеванской автономной республикой. Об этом мы проинформируем в скором времени. Еще один вопрос, волнующий общественность – массовые мероприятия, в том числе свадьба. В этом направлении, учитывая эпидемиологическую ситуацию, их проведение в июне считаем неприемлемым. На повестке дня сейчас и открытие торговых центров, и продолжительность деятельности ресторанов и кафе. Этот вопрос рассмотрят с 1 июня, и, скорее всего, решение будет положительным. Обсуждается также тема въездов и выездов в районы республики. Среди адресованных нам вопросов также открытие пляжного сезона и проведение спортивных мероприятий. Что касается пляжей, то с этим каких-либо проблем мы не видим. Самым важным в этой ситуации остается соблюдение социальной дистанции. В связи с этим мы ожидаем сейчас рекомендаций специалистов. По поводу же спортивных мероприятий, то об этом тоже сообщим после 1 июня. А с 1 июня в стране заработает первая модульная больница, после к деятельности приступят еще 9. Для того, чтобы в полной мере вернуться к прежнему образу жизни, очень важно, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, отмечали праздники у себя дома, в кругу семьи. Если же количество заражений будет расти, то мы можем вернуться к строгому карантинному режиму.